Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжаю снимать видео о своих запасах. Ну, их, наверное, нужно это видео назвать «Пошуршим по полочкам», потому что в этот раз я не делю косметику по категориям, а именно по полочкам. То есть сняла с полочки, чтобы все протереть и разобрать. Ну и, соответственно, вам показываю. В этот раз я разбираю полочку, где у меня все в коробках лежит. Давайте покажу, что у меня есть. Во-первых, у меня есть три подарочных набора от Lure. Beauty Set Little Joy называется. Вот в таком оформлении. Здесь, в принципе, наполнение вот такое. Два крема. Биокрем для рук увлажняющий с алоэ вера и глицерином, и крем для рук и ногтей витаминный с комплексом витаминов А, Е и Ф. То есть и оформление у них самое-самое обычное. Вот, но зато красивая такая коробочка, видимо, может быть, к 8 марта. Стоят они в Ашане недорого, я всегда приобретаю, потому что, ну, как мелкий такой презент, там, я не знаю, действительно на 8 марта, еще что-то. Или бывает просто вот вдруг неожиданно нужно что-то такое подарить, и отлично просто. Ну, то есть я не имею в виду, да, какие-то глобальные праздники, но вот масса случаев бывает. Как раз вот недавно там и ветеринар приходила, захотела сделать, но не в этот раз, а перед этим тоже нужно было сделать ей какой-то презент, хотелось. Вот достала, подарила такой набор. Второй набор у меня тоже вот такой с цветочным дизайном. Ну да, наверное, это я как раз перед 8 марта и приобретала. Третий набор — это вообще сплошное мимишество. Вот с таким единорогом, но это просто прелесть. Но здесь уже оформление отличается. Давайте я поближе сфокусирую. Вот так вот. То есть и сами тюбики тоже выглядят немножко по-другому. Далее. Далее у меня есть из магазина Fix Price аромат Love is Flowers в объеме 30 миллилитров. Вот такой вот. Это сделано в Англии. Ну, здесь как бы флакончик в форме сердечка. Я когда-то показывала, что взяла этот аромат просто для того, чтобы, ну, поставить в туалет в качестве освежителя воздуха, так как то, что предназначено реально для туалета, мне не очень нравится. И я искала какой-нибудь аромат. Он мне понравился, я взяла, причем я его не проассоциировала абсолютно ни с чем. Побрызгала, еще и даже на себя побрызгала. Мама пришла с работы, говорит: клима набрызгалась. Ну, у нас, понятное дело, есть клима, и на тот момент у нас, по-моему, клима только в оригинале были Ланком. Вот. Ну, это как бы мой постоянный аромат. Я говорю: да нет. Я говорю, я в Fix Price купила. И вот тут до меня дошло, что это прям 100% клима. Ну, может быть, там, ну, чуть-чуть отличается. Но у меня мама, помню, после тоже стала иногда вот в сумочке как раз носить такой флакон. Он же, давайте я открою, он покажу. Он более удобный, такой вот плоский распылитель. Ну и на работе у мамы тоже многие говорят, вот признавали это именно как клима. Люди абсолютно всех возрастов, и старшего поколения, и младшего, и главное, что он всем нравился. Ну, потому что он правда классный. И я тогда накупила очень много этих флакончиков, ну, потому что реально настоящий он с притертой крышечкой, хотя сейчас тоже есть с распылителем. Ну, в общем, много у нас ушло этих ароматов, и один вот остался в запасе. И еще у меня есть из Fix Price, но также продается в Улыбке Радуги, аромат Happy Teddy.
Вот такой 15 миллилитров. У меня один как бы стоит просто на полочке, а второй в запасе. Ну, понятное дело, что это аромат чисто такой для дома. Сейчас покажу. Ну, такой вот медвежонок. Он очень миленький, симпатичный. И пахнет жвачкой, собственно. Поэтому прям вот реально жвачка. Мне понравился. Кстати, мне кажется, что сейчас он немножечко, самую малость, видоизменился. Ну, не страшно, пусть лежит, потому что это, естественно, не на подарок никому, так дома побрызгать. А еще у меня есть вот в запасах Серафима масло зародышей пшеницы. Типа омолаживает, разглаживает морщины. Но это, наверное, надо пользоваться регулярно. А я так взяла. Я даже не знаю, почему мне захотелось приобрести. Оксана Александрова дарила мне от Mary Kay скраб для тела. Ой, для лица, по-моему. Сейчас я где-нибудь по-русски найду. Ладно. В общем, вот такая коробочка. Спасибо огромное. Буду пользоваться. Так, дальше. Покупала себе в Ашане на распродаже от DNC активированный уголь, маска для волос. Тоже ни разу еще не пользовалась, но с ним ничего не будет, пусть лежит. Захочется, буду развлекаться. Дальше от DNC активатор роста волос для тонких и окрашенных. Ну, надо как-нибудь сделать. Забываю, у меня уже один такой, когда-то я еще тогда видео не снимала, купила себе и тоже, в общем, и срок годности прошел, очень-очень сильно прошел срок годности, мне тогда вообще это было неинтересно, я выкинула. Потом купила с четким, как бы, желанием пользоваться, но в итоге тоже лежит. Но я думаю, я использую. Также у меня есть, так, сейчас... К фаберликовской краске «Краса» две ампулы. Вот сейчас она уже называется «Фаберлик Эксперт». Две такие ампулы. Одна «Супер Стронг» – это для слабых поврежденных выпадающих волос. И «Дип Аква» для сухих и обезвоженных. Ну, мне вообще «Дип Аква», например, да, эти обе серии мне, в принципе, нравятся. Но в этих вот ампулах я особо-то и не вижу необходимости. Но они мне доставались то ли по какой-то распродаже, то ли в наборе. Поэтому я их взяла. Далее у меня в запасах мой любимый крем Карина, который от фабрики Свобода, которым я пользуюсь ежедневно. Он мне очень нравится. Всегда показываю в покупках, в уходе на месяц и в пустых баночках. Далее дарила мне моя ученица Оля, по-моему, от Natura Siberica легкий крем для рук для ежедневного ухода. Вот в такой вот коробочке. Увлажняет, смягчает, кедровое молочко и масло сибирского льна. Обязательно буду им пользоваться. А дальше у меня в запасах очень было приятно обнаружить от Faberlic Expert Pharma сос-крем для активных людей. Обожаю этот крем, он супер классный. Он помогает от нетравматических болей, то есть когда просто вы находились, например, там куда-то поехали, много ходили, гуляли, и ноги устали, вот неприятные ощущения, и помогает. То есть если какая-то травма, он вам не поможет, но Faberlic как бы об этом честно и заявляет, что это именно для тех, кто ведет активный образ жизни, чтобы снять напряжение. Дальше у меня есть набор от Oriflame Love Nature Beauty Kit. Вот три такие малышки. Здесь гель, маска, по-моему, и скраб. Я, в общем-то, почему-то... Ну, мне очень хотелось приобрести этот набор. Потом я думаю, ну вот, куда-то поеду, использую. Потом я даже показала в уходе. И вроде бы как и не пользуешься. Ну, нужно будет этим заняться. Также у меня в запасах стоит от Avon Advanced Techniques сыворотка для сухих кончиков волос.
сияние день за днем, упаковка. Я несколько раз заказывала, мне не привозили, не было в наличии. Потом вот появилось. И, честно говоря, я не знала, что у меня уже есть в виде пробника. Мне Марина Лимон присылала. Привет тебе, огромное спасибо. И суть в том, что да, пахнет приятно, все такое, но там столько спирта, там просто спиртом... Ну, когда спирт выветривается, там приятный аромат, но вообще там в составе спирт. И как это может помочь кончикам? Да. Ну, буду пробовать. Еще у меня попал туда не в коробочке гель для душа от Фа «Натуральная свежесть». Аромат белого чая, ухаживающий, освежающий гель для душа с экстрактом бамбука и белого чая. Это мне подарила моя подруга и ученица Юля. Приятно пахнет. Дарила она мне, я не помню, по-моему. В общем, на Новый год, скорее всего, дарила. Да, на Новый год. И... Я, видимо, как пришла, положила на вот эту полочку, она наиболее близкая, поэтому потом вот сейчас буду разбираться, найду ей место. Также моя ученица Оля, она у меня раньше, когда занималась, приносила мне в подарок, ну, я уже много раз показывала, средство от Марлис Мюллер. Это средство по уходу за волосами. Она мне дарила вот мусс вот такой вот. Он, знаете, так покалывающий эффект, наносится на кожу. И такие прям пузырики как лопаются. Вот. И пахнет очень приятно виноградом. Но там, знаете, как брызги шампанского, типа того. И еще такой мусс. Нет, это не мусс, это... А, да, вот эта сыворотка, это мусс. По всей длине наносится на волосы. Я одно время активно пользовалась. Когда я волосы не накручиваю, если мне нужно с распущенными волосами пойти, то после мытья волос, когда их чуть-чуть подсушишь, я наносила по всей длине и немножко подсушивала феном. И волосы без эффекта утяжеления становились такими послушными, волосок к волоску. И у этих средств шикарный аромат на самом деле. Просто вот шикарный. Там прям такого дорогого парфюма. Но, в принципе, вот все равно это баловство. Я не совсем понимаю, почему эти средства так безумно дорого стоят. Еще у меня, я в том году покупала вот такое молочко для тела с SPF 50. Там был набор прям по скидке 39 рублей, по-моему, 6 сашеток таких, 5 или 6 штук. Ну, я активно пользовалась, мне, в принципе, нравится, мне идеально подошло, какой-то липкости там не было, при этом защищает кожу отлично, я довольна. Вот еще один пакетик у меня остался, буду пользоваться. Единственное, как я вот сейчас смотрю, здесь и сроки годности прекрасные, все такое. Но тут, по-моему, упаковка, мне кажется, внутри как-то она расщепляется. Вот видите? Так, следующее. Я иногда... У меня есть всякие такие, чтобы делать пучки, валики для волос. И поскольку они бывают черные, белые, коричневые, и под мой рыжий цвет волос, мне их нужно чем-то покрасить. Мне моя подруга, ученица Катя, отдала вот такую краску L'Oréal, потому что она там по срокам уже прошла. А вот именно для таких целей просто отлично. Так что я ей как-нибудь воспользуюсь. Также у меня вот две краски Faberlic Expert. Оттенок 7.4, я ей пользуюсь, крашу волосы один раз в 2 месяца. Я, честно говоря, думала, у меня побольше этих упаковочек, но оказалось 2. Но, в принципе, я пользовалась вот сейчас в середине апреля, соответственно, в середине июня мне предстоит покраситься, и в середине августа, так что пока можно ни о чем не беспокоиться. А вот что придется мне выбросить, это вот раньше же Faberlic Expert назывался Faberlic Краса.
И я покупала и себе, естественно, 7-4, и маме оттенок покупала 1-0. И, естественно, тоже всегда в запас, чтобы у нее всегда была краска, и об этом не думать. Ну и, в общем, вы понимаете теперь. Срок годности прошел, я ее пыталась буквально там на Юле за какие-то копейки продать просто, даже там, не только за полцены, а меньше, когда были прекрасные сроки годности, в общем, сделать этого не получилось. У нас почему-то вообще народ, видимо, считает, что если на Юле или Авито, то нужно отдавать, в принципе, бесплатно. Ну, в общем-то, как хотят. Теперь я это выброшу в помойку. Ну, вот. Ну, просто для меня черный цвет не актуален, у меня никто из знакомых тоже не красится в черный цвет, поэтому, конечно, если бы кто-то из там подружек красился, я бы отдала бесплатно, но никому это не пригодилось, потому что у меня все либо рыжие, либо блондинки, кто-то там в какой-нибудь шоколадный может краситься цвет, но с черными волосами у меня просто знакомых нет. Так что вот сейчас пойду все протру пыль, вот это выброшу, останется как раз-таки свободное место. Если данное видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам всем хорошего настроения, позитивных эмоций, терпения, здоровья. Спасибо вам всем за просмотр и всем пока-пока!